Здравствуйте, мои девочки и мальчики. Здравствуйте, мои любимки. Хочу вам что-нибудь рассказать и... Ой, не уронить бы вас опять здесь всех. После Голландии меня как бы Бог взял в охапку. Меня вот как бы даже Бог или ангел, что вы хотите сказать, он взял меня в охапку и сказал: ты, девчонка, теперь никуда не денешься, и ты теперь под моим крылом. У меня до сих пор такое ощущение, что вот именно такое со мной произошло. Наташа, на каком сайте ты познакомилась с первым мужем? Наташа, как ты попала в Америку? Наташа, расскажи, как ты познакомилась с Винь? И пришла пора рассказать вам всю правду, рассказать вам... что творится в моей жизни, и что происходит, и что будет происходить. У меня следующий виток моей жизни, так скажем. Пугает ли меня следующий виток жизни? Наверное, нет. Потому что самый главный шаг, который я сделала в своей жизни, это когда переехала из России в Америку. Без языка, не знала куда. Знала Джерри, но не знала какой он, хороший, плохой. 26 лет я... Конечно, не жила с родителями тоже, но мне очень грустно. Винни говорит, нужно учиться перерезать пупок. И радостно событие, я сегодня с Ванечкой разговаривала, но правда меня мало знает, но я его видела, мне этого достаточно было. Я обязательно поеду, как я сказала, в этом году. У меня есть видео, где я приехала в Америку, где Джерри стоит и снимают видео, где я выхожу, вот такая вот, все говорю: я в Америке, Наташа, Валера, я в Америке. Happy birthday to you, happy birthday, dear Natasha, happy birthday to you. Yay! Всегда мечтала о Флориде. Джерри мне сегодня говорил: ну почему Флорида? Ну ведь ты никогда не была во Флориде. Я говорю, вот там пальмы, там красиво. Я видела как-то по фильмам, наверное. И вот мне всегда хотелось во Флориду, и я думала, во Флориде именно я найду свое счастье. Ну и вот нашла свое счастье. Такое случится в моей жизни. Я никогда в жизни не думала, что я попаду в Америку. Я никогда в жизни не думала, что у меня будет такой муж, как Винюша. Я никогда не думала, что у меня будет свой канал. И, вы знаете, кстати, приходит всегда в жизнь то, о чем никогда не думаешь и не мечтаешь. Вот как-то так. Я не знаю. Что тебе дал этот канал? Кто? Этот канал мне дал общение с вами, что все, и как бы я от общения обалдеется. И, конечно, приобретаю больше и больше друзей. Наташа, ты точно знаешь, что мы сегодня распишемся? Там же надо 3 дня ждать. Я говорю, да успокойся, я говорю, какие 3 дня, уже 3 недели ждать. Все схвачено. Все, сейчас распишемся. Пришли такие, улыбаемся, рот у меня до ушей. Значит, отдали ей наши эти права, сидим, ждем. Она пишет, я улыбаюсь, и она мне говорит: а свадьба-то у вас когда? Ну и я, конечно, молчала всю неделю, как эта рыба. Короче, этот старичок у меня уже в сердце лежит. Он у меня в сердце. Вы знаете, я когда с ним общаюсь, я бабушку свою узнаю. И мне кажется, что я ему даю то, чего, может, бабушке когда-то не надала. И все пожилые люди, которые смотрят меня сейчас, всем вам земной поклон. Спасибо вам большое за все, что вы сделали. Вы вырастили много детей, вы вырастили внуков. До сих пор помогаете, я уверена. Поэтому спасибо вам за все. 10 000 подписчиков. 10 000 моих мальчиков и девочек. Поздравляю тебя, конечно, с таким успешным бизнесом. Переполняет меня чувства очень странные. И страх, и радость, и такое взбудораживание. Потому что, знаете, 47 лет. И я подумала, если я сейчас что-то не изменю, то я уже не изменю никогда. Но я обязательно справлюсь, у меня все получится. Красивая, но ужасная, я безвредная, но опасная, очень смелая, но трусливая, я несчастная, но счастливая, я холодная, но очень жгучая.
молчаливая, но крикучая. Я блондинка такая вся, черно-рыжая.